На месте прорыва дамбы под Красноярском спасатели нашли сейф с золотом. В нем было 18 килограммов драгоценного металла. Его обнаружили после осушения одной из затопленных заводей. Предположительно, сейф хранился в одном из технических помещений, которое смыло потоками воды. Его изъяли и приобщили к уголовному делу. Следствие будет требовать наложения ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших. Напомню, ЧП произошло на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино Красноярского края. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, судьба еще троих до сих пор неизвестна.